коренной лес. Такая дорога идет. Машина постоянно ездит летом, и она такая широкая. Тут тоже есть мелкий березняк, но он не важен. Здесь пересечение. Вот мы сейчас отсюда будем заходить. Вот так вот мы пойдем. И пересечение. Все, массив кончается. Вот этот вот. Они только вот здесь вот. Зайцы. Вот в этом мелком березнике. Вот он такой вот березничек. Мелкий. Сейчас мы вот здесь вдвоем проходим. Ты здесь остаешься. Я захожу. Основные следы будут здесь. Все будет укатано внутри. Но они не здесь сидят. Вот я по тропинке дальше круг режу. Заодно посмотрю, есть ли выход в дальнейшем. То есть, что нам делать с зайцем. И я отсюда обхожу и начинаю заходить там, где они должны быть на лёжках. И они как раз должны выбегать сюда на тебя, чтобы круга дать и обратно зайти. Ну, либо обратно, либо уйти в коренной лес. Вот, как-то так. Опа. Наряжаться будем. И приступать. Раннее утро. Зимняя такая морозная погода. На улице хорошо. И мы на месте. Давно мы хотели сюда приехать. Вперед. Сегодня на охоте мы в костюмах Remington. У нас полный набор. То есть сам костюм 3 в одном. Шапка, перчатки, обувь. Нательное белье тоже этой фирмы. Так что охотимся, наслаждаемся, получаем удовольствие. Вся необходимая информация будет в ссылке в описании под видео. Нашли, да, первый следов зайца. Дуло очень сильно, 2 дня. И это самый свежак. Вообще ночью только прекратилось все, и мороз сегодня стукнул. И вот они следы как раз. Вот здесь, рядышком, Саша и встанет. А я пойду. Саша, я начинаю. Прошел посередине околка далеко от меня. Да, я видел, но он тут не один. Возвращаюсь назад, беру тут. Это вот один, который прошел. Пока идет. Сейчас другие будем смотреть. Стой тихо. Он развернулся и зашел вовнутрь. Чего? Развернулся и зашел вовнутрь опять. Он прошел по центру околка, прямо передо мной, не вышел из него, вот в этом березняке и стоит. Это уже второй заяц. Один вот прошел дальше. Все, тихо, стой.
Второй раз выходил? Нет, второго раза не было. Не получилось так, как я планировал. Конечно, не все получилось. Один, он просто не вышел дальше. Соколка. С этого березника мелкого, он ни в какую. Я один, они меня обходят и обратно остаются в этом массиве. У них там натоптано. Там дороги такие. Штуки 4 примерно тут есть. Потому что Саша видел одного. И один прошел стороной от него. Он его не видел сразу. Я по следам, потому что первый раз прошел. По рации он мне сообщает о том, что... видел одного. Я-то понимаю, что он видел, который здесь. А этот стороной прошел одиночка. Сейчас будем думать, как нам быть. Серьезно. Потратили мы 2 часа. В общем, план, в принципе-то, удался. Все было нормально. Но зайцы... Один прошел стороной, вышел куда-то в поле, ушел. Не пошли за ним. Второй, который вышел на Сашу, вернулся назад. И ушел в сторону. Еще один куда-то вышел, потому что там еще ночные следы. Переход в другой массивчик из мелкого березника. В общем, там у нас ничего не получилось. Саша видел одного. Он дал большой круг, который вышел, и вернулся, зашел обратно. Но сделать с ними ничего не получается у нас сейчас. И мы решили их оставить, двигаться дальше. Переезжали и остановились. След такой прям на поле, соколка идет. И рядом ничего нету. Сейчас попробуем поторопить его. Пройду я по следу, Саша снимет меня, посмотрим, что будет. Потому что прямо на поле получается след. Вот так вот. И полоса здесь одна, лесополоса, ни околков, ничего. Может быть, где-то на поле залег. Посмотрим. Все, готовый. Ничего не пойму, ранил, нет? Как досранец, а? Уходит? Не вижу. Вижу, уходит. Блин, и попал вроде по нему четко. Четко было. Ну. Пошли след посмотрим. Пойдем. Ну что, вот он выбитый пух. По зайцу я попал. Да было видно, что попал. Что там говорить, я прям так бах-бах, Саня еще говорит, попал по-любому. Так что нам надо его сейчас будет добирать в любом случае. Подождем, не будем спешить, пускай маленько оближится, след этот никуда не денется. Сейчас ветра нет, ничего нет, так что все будет в порядке. Ну вот где зайчик лежал, норный какой-то, блин, нора у него прям выкопал там. Пустил нас, в принципе, близко, но
получилось заметить его не сразу. Ушел. Я стрелял, но, блин, ушел очень далеко. Мы видели в поле это все дело. Не знаю, посмотрим, пройдем еще. Поглядим по следу. Но шел как не подраненный. Да, взял. Красавчик. Красавчик. Нормально, я его не видел. Ну а ты только зашел, и он по околку пошел сквозь околок. Я его в околке один раз стрельнул, а потом уже на поле. Ну, я иду по околку сразу же. Беговой. Это конный след. Понял, что от меня лежат. Ну, Лешку не видел. Нормально, сейчас приеду. Первый вообще был выстрел далекий. Но я побоялся, что уйдет. Он лежит. Вот он. Да, и он на меня. Я его, может быть, подранил. Ага. Он полукругом пошел. Но он все равно, видишь, на узкое. Он не понял, где ты. Ну? Он на узкое ходит. Ой, красота. А что? Такой какой-то, смотри, не перенявший, что ли? Глянь, как так может быть в это время? И вон, смотри, шерсть. Так. Глянь, он не белый полностью, гляньте. Ну, тумак какой. Вот смотри, уши, головка. Ну, блин, здорово. Ну, он размерами-то не сильно большой. Вот просто у него шкура, смотри. Она не прям белая. Интересный зайчик получилось. У меня камера затупила. Включить не смог, когда зашел в околок, не получилось. И сразу же все выбито, я понимаю, вот он и годный след пошел. Ну и тут Саня стрелял, вон у него какая-то, что там было? Да гильзу одну зажало, первый раз такая беда. О, видал, что? Ну и все, я ее перекинул. Ага. Нормально. Он высылся пока, тут лежал. Ну интересный зайчик. Но почему время-то уже же не декабрь даже, а он не перелинявший до конца. Ну да ладно, белячок. Есть такой мутноватый белячок наш.
классно на самом деле. Это вот уже второй зайчик. Сейчас едем. Обязательно плотно покушаем, потому что все равно уже охота кушать. И тем более такие классные результаты. Здорово. Ну все, сейчас зачехляем оружие, грузимся и выбираем такое место. Нам поуютнее. Сейчас будем обедать. С собой свежее сало, чаю заварим, посидим, покушаем. А потом уже вернемся за моим зайцем, которого я стрелял, с которого пух выбил. Он по-любому подранок, и надо его будет добирать. Растопили костер, выбили местечко здесь на краю. Затишок такой. Хотя ветра такого сильного нет, но все равно тянет. Не сильно комфортно на чистом где-то стоять. Заяц тот. Мы его оставили, но он по полю уходил. И там дальше есть околок. Но все равно ему лесопосадку надо будет преодолеть. Может быть, лесопосадки тормознется, а может быть, и там дальше в околке в том. В общем, будем смотреть, думаем все, как бы разговариваем, где же он будет-то, как он, где он заляжет. А может, также опять на поле и ляжет. Может, уже дошел. Потому что пуху было много. Ну, сейчас самое главное. Хороший ловец зарядить. Так, ножик. Задубело все, блин. Ловец. Нормально не подготовишь. Ну вот, нам хватит на сальцо. Все, натопили уже. Снегу опять брали с собой. Просто котелок, воды не брали. Всегда зимой по быстрому снегу он быстрее выходит. Все равно костер такой старается побольше раз топить. Жарко. Ну и сальца. Вот такой вот добрый ловец. Давно не жарили, захотелось нам что-то вот такого. Сейчас свежее сало. Подрумянится, посолим, будет вкусно. Маленькие колбаски. Хорошо на морозе в лицо. Замерзает. И сейчас возле костра сразу прям чувствую, что кровь подливает. Пульсирует. Чай будет у нас заварной, листовой, такой вкуснее гораздо, чем в пакетах. Но да нет, ничего и в пакетах пойдет. Сидим, размышляем, давно на избушке не были, надо будет обязательно съездить сейчас. Снег обещают большой, снег пройдет. Нам все равно там скидывать надо будет на избушке. И поедем. Там поохотимся, посмотрим, что там есть. Там съездим, найдем порядок. Переночуем обязательно. Любим это дело там на избушке. Здорово. Вот самое то. Даже еще чуть-чуть. Так, соль у тебя? Сейчас подашь мне сало посолю. Чего больше ничего не крутало? Вот. Вот сейчас пришло самое время сало посолить. Оно подрумянилось. Становится хорошенько. И сейчас солим прямого. Нормально так. Не скупимся. Вот хорошо будет. Что-то осыпается, сколько-то берет сало в себя. И самое то будет. И обратно на огонь. Оп. Вот так.
намерзнешься, набегаешься. И вот эти там 20-30 минут посидеть. Вообще здорово. И вкусно. Догорает наш костер. Чай уже кончается, все выцедили. Весь котелок выдули. Попрем. Того зайца классно Саша взял. Это надо, он. Мы сейчас обсуждали, сидели, что после первого выстрела он заяц подумал, что скорее всего я стрелял, потому что очень близко было до зайца. Когда Саша первый выстрел сделал, я же слышу, и Саша меня слышал. И то есть он не понял, видать, откуда чего, и он вышел на чистое, и то есть сразу самым узким начал уходить, как раз где Саша сидел. То есть не сообразил даже, что как, наверное, первым попал? Не знаю, далековато даже было. Ну, вот так вот получилось. Удачно. Ну, сейчас лишь бы нам того. Все в порядке, это... Ну, я думаю, попадание такое, сколько это говорили, что прям так дробь еще легла, здорово. Ну, поедем сейчас. После обеда, конечно, уже прилично прошли по следу. Крови вообще нигде нету. Нету, и ни ногу не волочат, ничего, что-то, блин, и прошел уже прям много, пока тишина. Вот он вышел вслед, это чей-то другой заяц, ну вот другой след зайца. И вот он по нему и вот в околку тянет сюда. С чистого он прошел все-таки лесопосадку, как я говорил, и вот к этому околку пришел. Сейчас там тропы будут, блин, там сложнее будет. Ну, ладно, посмотрим. Че, лежит? Лежит. Попал, но прошел он очень много. Саша уже по той стороне околка пошел смотреть. И мне уже, говорит, это, в рацию. Все, говорит, готов. Все, доковылял косой. Красавчик. Я говорю, ну блин, я еще когда стрелял. Ну иди сюда. Он задубел. О, зайчишка. Времени прошло. Прилично. Задубел косой. Потому что времени прошло много. Мы и пообедали, и проходили столько. За ним уже идем, я не знаю, наверное. Не, не час, меньше часа. Но все равно на лыжах сильно не разгонишься. Молодец, крепкий. Прошел много. Но в любом случае мы добрали его. Взяли сегодня двух зайцев. Классная была охота. Адреналиновой, попили чаю, пожарили сало, отдохнули на охоте. Охотитесь с нами, охотитесь сами. Всем пока.